достижения советской промышленности. Что-то типа велосипеда «Дружок» или «Малышок». Двойной батинг металла. Занятный велик. Проблема в чем? Когда педаль идет, здесь вот задевает. Вот это место, оно как бы регулируется, потому что есть вот эта вот с прорезью штучка, и она максимально туда задвинута. А вот верхняя часть, она не регулируется никак, потому что защита упирается в крыло. А крыло как раз подвинуть нельзя, оно только вверх-вниз, вправо-влево не регулируется. То есть, чтобы педалью не било об вот это место, нужно сейчас либо в защите, либо в крыле что-то вырезать или отгибать вот эту вот небольшую промежуток. И тогда оно не будет вот так вот чиркать. Проблема в другом. Потому что вот сюда вот отвертка подлезть нельзя. И все мешает. Надо какой-то или очень короткой отверткой, или угловой. Сделано по-советски.